определенно смешали им карты. И, возможно, получили некоторое преимущество. В поле астероидов вокруг Европы обнаружен одинокий эсминец. К нему идет подмога, чтобы перекрыть нам выход. Но пока он один. Легкая добыча. Мы найдем Солис и выведем его из строя. Подходим к полю астероидов. Да, мы видим. Скар, прикрыть периметр. Ясно. Видишь что-нибудь? Все тихо. Даже слишком тихо. Крок. Координаты верные, он где-то тут. Команду, пусть заберут все ценное. Будет сделано, сэр. Полетели на базу, чума. СДФ в секторе, эсминцы, две штуки. Черт, засада! Скар, замечены корабли противника, идут прямо сюда. Разрешаю атаковать. Принято, 141-й. Сол, ты как? Просто отлично. Работай по шустрякам. Враги, цель на 10 часов. Меня ведут. Он уходит. Рейдер, можешь закрыть?
ко мне. Сигнатуры нет, он брошен. Похоже, СДФ его повредил. Теперь понятно, почему он без охраны. Круг, высылай трофейную команду, пусть заберут все ценное. Будет сделано, сэр. Полетели на базу, чума. СДФ в секторе, эсминцы, две штуки. Черт, засада! Скар, замечены корабли противника. Идут прямо сюда. Разрешаю атаковать. Огонь на поражение. Рейдер, атакуй шустряки. Сэр, на радаре шустряки. Отмечены как асы. Принято, 141-й. Сол, ты как? Просто отлично. Нет, он брошен. Похоже, СДФ его повредил. Теперь понятно, почему он без охраны. Круг, высылай трофейную команду. Пусть заберут все ценное. Будет сделано, сэр. Полетели на базу, чума. СДФ в секторе. Эсминцы, две штуки. Черт, засада! Скар, замечены корабли противника. Идут прямо сюда. Разрешаю атаковать. Огонь на поражение! Сэр, на радаре шустряки. Отмечены как асы. Принято, 141-й. Сол, ты как? Просто отлично. Займись их хайджеком. Цель уничтожена. Рейдер, атакуй Эйджек. На 2 часа. Рейдер, атакуй шустряки. Стреляй!
Сигнатуры нет, он брошен. Похоже, СДФ его повредил. Теперь понятно, почему он без охраны. Круг, высылай трофейную команду, пусть заберут все ценное. Будет сделано, сэр. Полетели на базу, чума. СДФ в секторе, эсминцы, две штуки. Черт, засада! Скар, замечены корабли противника, бегут прямо сюда. Разрешаем атаковать. Сигнатуры нет, он брошен. Похоже, СДФ его повредил. Теперь понятно, почему он без охраны. Круг, высылай трофейную команду, пусть заберут все ценное. Будет сделано, сэр. Полетели на базу, чума. СДФ в секторе, эсминцы, две штуки. Черт, засада! Скар, замечены корабли противника, идут прямо сюда. Разрешаем атаковать противника. Принято, 141-й. Сол, ты как? Высылай трофейную команду, пусть заберут все ценное. Будет сделано, сэр. Полетели на базу, чума. СДФ в секторе, эсминцы, две штуки. Скар, замечены корабли противника, идут прямо сюда. Разрешаю атаковать. Сигнатуры нет, он брошен. Похоже, СДФ его повредил. Теперь понятно, почему он без охраны. Круг, высылай трофейную команду, пусть заберут все ценное. Будет сделано, сэр. Полетели на базу, чума. СДФ в секторе, эсминцы, две штуки. Черт, засада! Скар, замечены корабли противника, идут прямо сюда. Разрешаю атаковать. Отмечены как асы. Принято, 141-й. Сол, ты как? Просто отлично. Работай по Эйджеку.
цели на 12. Thank you.
уничтожен. Крок, если у тебя есть план, действуй! Есть, сэр. Оружие к бою. Последний. Отлично полетали. Засада СДФ уничтожена. Пора сматывать удочки. Летим домой, капитан. Рейдер, идем домой? Скар 1-1. Подхожу к возмездию. Посадку разрешаю, Скар. 1-1, понял. 1-2. Серьезное давление. Продолжаем репортаж о сегодняшней чудовищной атаке в Женеве. Поступили сообщения об успешной операции сил САТА против участников секретного совещания лидеров СДФ. Согласно нашим источникам, в ходе операции... Капитан Олдер никогда не покидал мостик. Наш командир СКАР. Небольшая протечка. И тут тоже. С возвращением, сэр. Мы отслеживаем сверхсветовые сигнатуры эсминцев, чтобы отыскать источник. Операция «Горячая вода» пройдет на Титане, спутнике Сатурна. Нам следует немедленно действовать.